А сегодня поздно вечером в Алматы прилетают 233 казахстанца из Египта. Накануне за ними был отправлен борт авиакомпании «Скат». Авиаперевозчик заявил, что это крайний рейс и больше в этом сезоне их не будет. Туристам, которые уже купили путевки в Египет, будут предлагать новые маршруты или же возврат денег. Что касается самого крушения Airbus A321, то произошедшее российские специалисты назвали террористическим актом. На борту воздушного судна в полете сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, в результате чего произошло разваливание самолета в воздухе. Этим объясняется разброс частей фюзеляжа судна на большом расстоянии, сказал глава ФСБ России Александр Бортников.